Всем привет, Северный Степной Крым, 16 июля 2023 год, вечер, солнышко вон садится, чтобы не сомневались, а то у меня постоянно там что-то сомневается, то сказал не так, это сказал не так, вот, прошло только 3 дня, по-моему, после постановки, не знаю, если ошибаюсь, может 4 дня, блин, ну, короче, несколько дней прошло, здесь стоит мед, 3 корпуса на допечатке, и вот пчелы выкучиваются. Залез посмотреть причину, чего они выкучиваются. Вот так выглядит крайняя рамка. Вот. Не факт, что у них это, что прям такой взяток. Потому что я по лету вижу, что сильного-то, ну, вообще взятка такого сильного нет. Ну, не знаю, по утрам, может, жена говорит, сегодня неплохо, с утра работали. Сильно я за ними, короче, уже не заглядываю, уже медом они подлились. У меня уже как бы переживаний нет по этому поводу. Запаха с опоры пока не слышу. Ну да, это прям такой, ну, с гнезда, короче, с гнезда поднимают. Это вощина была вот несколько дней назад поставлена, чтобы вы понимали, как они строят. Вот 8 рамок вощины. Вот одна рамка суши. Ну нету суши у меня, блин. Сейчас получается, вот я отобрал немножко. Сейчас откачиваю и опять. Дальше даю, откачиваю, даю. Ну, не было времени. Вот, смотрите, есть подливочка? Есть подливка. Нюхаю. Нет, это не нектар с опоры. Пока взятка с опоры нет. Это не нектар с опоры. Запах не с опоры. Но нектар есть, как видите. Ну как нектар? Ну такой. Ну. Короче, сначала его пчелки переработали. В общем, они что тут висят? Потому что они, в принципе, набрали в зобики меда. Ну, нектара. И выпаривают его. Вот и все. Сидят, чтобы не тут не это. А потому что там мед на допечатке. Там много пчел сейчас не надо. В общем, ну жарко там. Вечер, вот смотрите, вот я пришел к ним, взяток есть, видите, слабый, не слабый, но есть какой-то взяток, вот. Тут они еще гнездо подбили, это там у него за несколько дней, тут что-то с гнезда подбили, что-то это, ну, короче, надо срочно прокачиваться и давать еще. То есть они будут работать, будет взяток продолжаться, просто взяток ослабевает. Разнотравие в этом году позже зацвело. То, что они по 4 корпуса разнотравья принесли, еще не факт, что еще больше не принесут. Ну, то есть, то уже это я вам сказал, то, что уже есть, то, что уже принесли. А там, как Бог даст, говорится, уже все в торбу. Принесут больше, ну, значит, больше принесут. Сейчас, может, сапора начнет давать, и они переключатся на сапору, и потом смешают этот, как бы, нектар разнотравья тут с сапорой смешают. И будет мед сафоры. Сафора будет преобладать, там будет мед сафоры. Запах, вкус, цвет сафоры будет, сафора будет преобладать, и это будет уже мед сафоры японской. Вот. Ну, смотрите, как подлили. Это сушка была. Ну, то есть, если бы я сушку дал, наверное, больше бы подлили, да? Ну да, но не было у меня на тот момент сушки, я дал чисто овощину. Ну ничего, строят. Рамки отстроят, тоже хорошо. Видите? Но они еще гнездо освобождают. Это, то есть это еще не факт, что это принесли вот именно за эти дни. То есть они еще и освобождают гнездо матки. Они сейчас гнезда, то, что они там поподливали, они сейчас будут освобождать. Я знаю, как это происходит. То есть здесь постоянно так происходит. Ну, плюс-минус, видите, по срокам. Сафора вот позже зацветает в этом году. Разнотравие позже зацвело, то есть дольше. Взяток продлевается, значит, дольше будет взяток товарный. Ну как дольше, он все равно будет до конца лета. У меня в любом случае. Ну, значит, больше он будет немножко. Дайте мне их дымлю, чтобы они... Вот это вот руками здесь, знаете, когда берешь, не придавить, не получить жало под ноготь. Чисто для этого и дымлю. А так-то они, видите, спокойные, как удава. О, ващинка, видите, как выглядит? Красота же. Скажут, да там ничего нету, никакого меда. Как вам показать, так чтобы уже убедились, что там есть, все подлито, все залито. Ну это такой еще, конечно, не совсем мед, но залито. То есть надо было давать, видите, надо было. Надо, значит, надо прокачиваться срочно. Сейчас вот все, на рынке отстоял 2 дня, срочно занимаюсь. Хотел ехать среди недели еще поторговать, но, наверное, не поеду. Не поеду, наверное, займусь вас. Будем смотреть. Сейчас надо прокачать, короче, пасеку, потому что я теряю по меду. Ну, они просто подлиты. И если не давать им сейчас, не освобождать, не давать им
корпуса, в общем, сушку, ващинку. Я просто теряю. И на отстройке суши. Вот, смотрите. Вот. Вот еще несколько дней, в принципе, уже будет 8 рам ващины отстроено. Это чтобы вы понимали. Ну, грубо говоря, 3-4 суток прошло. Вот все, ващина была поставлена, 8 рам. Одна была в середине сушка, 8 рамок было ващины. Видите, как она выглядит? Так, к слову, за какое время они печатают? Это уже так спал. Когда взяток сильный, 3 суток, и она уже полностью вся залита, оттянута. И бибитком просто под завязку уже залита. Если есть хороший взяток. К примеру, когда акация хорошо давала. Хороший год, если дает акация, так быстро отстраивает и заливает. Ну, так взяток слабый идет, но тем не менее, все равно. Видите, да? Лощинка. Блин, можно посмотреть, я же, по-моему, снимал, я не помню, надо смотреть, уже запутался. Что снимал, что не снимал. Сколько дней прошло. Да, это же я ставил до того, как я в Евпаторию ездил, по-моему. Ну да, в пятницу ездил в Евпаторию, воскресенье сегодня. Ну, дня 3, да, реально, да, где-то 3 суток. 3 суток где-то прошло. Ну, это семья посильнее немножко. Выше среднего, так сказать. Вот семейку я вам до этого показывал, это средняя, ну такая стандартная семейка, стандартная, а это немножко выше стандарта, немножко сильнее. Здесь матка была племенная, и дочка ее племенная, в общем, этой матки работает. Эта семейка, вот смотрите, как висят. Эта семейка не так критично просела, так что здесь немножко даже, наверное, будет, наверное, больше давать им. О, видите, тут и опять можно будет ващину давать, в принципе. Просто у меня сейчас уже, как уже там скоро корпуса закончатся, как бы с ващиной. Не знаю, будем смотреть вообще. Видите, вполне можно давать ващинку. Они вон еще выкучиваются. И... Ну там печатный мед, они просто с печатного меда ушли. Но он не совсем печатный, еще, короче, печатается. Допечатается нормально уже хорошо плотничком. Потом будем, да, смотреть. Вот пусть они заливают хорошо этот корпус. Подбивают, подливают. Тогда уже следующий отберется в следующий раз, и тогда будет уже решаться. Давать, не давать. Ну, давать, по-любому давать. Как не давать? По-любому давать разрез. Еще будем. Этот корпус к этому времени здесь зальют, оттянут, полностью зальют. Там есть куда лить, есть куда строить, пусть занимаются. А это зальют, оттянут, запечатают. Ну, как пойдет он наверх на дозревание, на допечатку, а в разрез станет еще один корпус. Ну, и так будет продолжаться. По пасеке, то есть до тех пор, пока будет заток. Пока это будет происходить, пока будет оттягиваться ващина, пока будет доливаться, пока это, оно все будет даваться. В общем, поэтому нет прям такой, что прям именно вот строго там на каждую семью там 3 корпуса или там 4 давать. Ну нет, не обязательно. Все по заливке, все по этому. По обсидке, по заливке, там где-то он еще и 6 стоит пока еще, потому что печатают, мусолят. Где как, где 5 стоит, где 6, где уже... 4 вон стоит, 1-2 семья. Ну, где как, каждая семья по факту, короче, по факту скрытия. Не получается оно прям, чтобы все одинаково. Можно пройти скачать это все, конечно, недопечатанное. Ну, мне не интересно. Мне интересно, чтобы они допечатали и забрать хорошую такую на 90-100% печаточку. Все, видите, строят. Сидят спокойно, вот, смотрите. О. Смотрите, тем не менее, мне нравится. Вот. Видите? Почему племенная семья? И побежали все, не надо дымить даже. Вот, ну видели, да? Сейчас покажу. Ух ты, уронил самеску на пчел прям. Ну смотрите, реакция пчел. Придавил пчел, извиняюсь. Ну, эксперимент хочется показать вам. Короче, видите, да, сами? Ну, вот, яд брызнул. Это, ну, не грызутся, просто. Джик-джик-джик-джик. Там среднерусская, конечно, сожрала бы уже живьем. Вот, придавил пару пчел, брызнул яд с них. Уронил стамеску, блин, ну хочется вам показать, жалко, ну, извиняйте, пчелки, что сделаешь? Не мы такие, жизнь такая, говорится. Показал вам просто, ну, почему именно эту семью племенную определил. Видите, где пчел? Джик, все, дымком только дал, так, или постучал. Все, кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Вот так можно, просто стучишь, и они убежали из магазина, короче. И все, поняли? Почему эта семья племенная? Потому что мед молотит. Ну, спрашивали меня просто, друзья, почему именно эту племенную определил? Вот поэтому. Потому что вот, видите, пчелки убегают,
Реакция нормальная, маточки сеют отлично, зимовка отлично. Короче, все параметры на отлично, поэтому именно эта семья племенная. Спасибо за просмотр, всем пока.